В Омске капитально отремонтируют бывший дом офицеров. Речь о здании номер 102 по улице Полосухина, это Октябрьский округ. Региональный фонд капремонта начал искать подрядчика для оценки технического состояния и подготовки проекта будущей работы. Трехэтажка на 18 квартир весной этого года получила статус объекта культурного наследия. В 1914 году здесь располагались лагерь и казармы 44-го сибирского стрелкового полка. Проект капитального ремонта необходимо сдать до 26 декабря. Отметим, с 2025-го в Омской области повысится плата за этот вид услуг. Правительство утвердило новый минимальный размер взноса. Сейчас омичи платят за капремонт по 12 рублей 27 копеек за квадратный метр. Со следующего года будут по 12 рублей 76 копеек. Очередное повышение уже запланировано и на 2026 год. По прогнозам, квадрат обойдется в 13 рублей 27 копеек.